Приветствую вас! Сегодня на канале Леди Молодости я вас познакомлю с массажем глаз с глазными точками для восстановления зрения. В этот массаж входят элементы из даосских практик. Итак, для начала мы растираем руки до горячего состояния. Далее мы массируем вращательными движениями двумя или тремя пальцами межбровную точку. Слегка надавливаем на нее. И вращаем то в одну сторону, и затем повращаем в другую сторону. Дальше три пальца мы ставим на надбровные дуги. Я рекомендую вам закрывать глаза. Когда прием увидели, то закрывайте глазки и делайте массаж. Я не буду закрывать, потому что показываю вам. И обратите внимание, ваш средний палец попадает как раз в серединке, и, возможно, вы попадаете в некую такую ямочку. То есть нам нужна как раз вот такая установка пальцев. Эта ямочка есть глазная точка, поэтому повращайте, помассируйте. Если есть болезненные места, то медленно вращайте до тех пор, пока боль не станет более такой неощутимой, либо вообще пройдет. Итак, помассировали. Дальше массируем точки между носом и скулой. Здесь у нас находится точка ясности зрения. Примерное время работы в течение 30 секунд, 1 минуты делаем на каждой точке. Дальше переходим на височные ямочки. И здесь у вас пальчики тоже могут. Можно двумя пальцами, но один палец точно попадает в такую ямочку. Точно так же. 30 секунд, 1 минутка. И переходим к ушам. Я показываю первую точку. Это будет около козелка уха. Примерно здесь. Делаем массаж. Здесь вот мне удобнее указательными пальцами. Можно делать немного по часовой стрелке и немного против часовой. То есть поток идет в определенную сторону. Ваши пальчики, естественно, должны в потоке работать. Далее опускаемся вниз. То есть чуть ниже будет точка. Это около мочек ушей. Тоже промассировали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Опускаемся вниз на мочки ушей. И теперь, наконец-то, промассировали сами мочки. То есть активировали. Но я рекомендую пройти даже всю ушную раковину. То есть подняться наверх, сделать ее мягкой. Потому что все хрящики у нас должны быть мягкие, пластилиновые. Поэтому давайте пройдем все ухо, так как там тоже очень много биологически активных зон, проекции органов и точек. После этого разогреваем руки до горячего состояния. И сейчас будем накладывать на глаза. Наложили. И послушайте, чтобы тепло вошло в ваши глазки. Можно на вдохе втянуть тепло от рук. Вдохнули тепло, выдохнули. Еще раз разогрели. И снова положили. Снова выдыхаем тепло. Еще раз разогрели. Можно так делать 3-5 раз. Вот такого разогрева, втягивания тепла. И завершаем мы уже, когда мы сейчас накладываем. И сейчас мы еще делаем от локтей. От локтей вот такое вращение. Положили и делаем такое вращение. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. То есть некий такой как бы массаж получается, да? Обратили, раз, раз, раз. То есть вся рука вот так вот двигается. Сейчас будем делать вот такое движение. Ставим полностью, захватывая пальчиками глазное яблоко. То есть со всех сторон мы сейчас захватываем. И начинаем делать такое движение, как будто вы массируете. То есть пальчики так раз, сводите, разводите, сводите, разводите.
Так раз, 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 мягко все делаем, без напряжения, да, то есть никаких насильных действий не надо делать. То есть раз, 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 раз. Вы чувствуете глазное яблоко, слегка вы его мягко сводите пальчики и разводите, отпускаете. И слегка делаем теперь такие раз, раз, да, такие как бы вращения. Раз, 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 два, три, четыре. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Открыли глазки широко и проморгали. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Сейчас мы будем делать движение. Три пальчика сверху поставили таким образом. И слегка надавливаем на глазное яблоко, как будто его смещая вниз. Мягко-мягко, раз, слегка вниз. И такую вибрацию делаем. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Теперь проморгали. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Дальше пальчики поставили сбоку. И смещаем к центру лица слегка так раз. И делаем такой массаж. Раз, два, три, раз, два, три, вибрацию. Повибрировали к центру, повибрировали, повибрировали. Раз, два, три, раз, два, три. Дальше вниз поставили. И теперь вибрацию глазного яблока вверх. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Проморгали. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Теперь поставили пальчики и теперь от центра глазки как будто у нас расходятся, вибрируем, чтобы движение, вектор направления от центра. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раскрыли широко и моргаем. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Теперь давайте мы выровняем, да, после вибрации нам надо все выровнять, поэтому до горячего состояния и втягиваем тепло опять. Теперь мы работаем по точкам, делаем такие надавливания, нажали, отпустили, нажали, отпустили, нажали, отпустили. Теперь внутри глаза нажали, отпустили, нажали, отпустили, нажали, отпустили. Теперь наружный угол глаза надавили, отпустили, мягко, да, ручки вот такие мягкие. Надавили, отпустили, надавили, отпустили сверху, надавили, отпустили, надавили, отпустили, надавили, отпустили. Теперь идем по глазнице. Раз, два, три, четыре. Вращениями. По краю глазницы идем к центру. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И если, например, вы нашли какую-то болевую точку, то вы дошли до конца, потом можете снова возвратиться и снова мягко проработать болезненную точку. И снова возвращаемся, заканчиваем. То есть можно остановиться на ней, слегка ее придавить, постоять. Можно вращениями на болезненной точке поработать, повращать. Можно несколько раз вернуться и доработать с этой точкой. Теперь указательными средними пальцами надавливаем на эти точки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь указательными пальцами надавливаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Средними. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Снова указательные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь точку около носа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поворачивали. Расслабили крепление. И если есть болезненность, то проработайте. Дальше под скулу идем по точкам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь по направлению вниз большими пальцами нажали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь по направлению вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сейчас мы прорабатываем точки ясного взгляда. И заканчиваем снова до горячего состояния. Вдыхаем тепло через глаза. И выравниваем ауру. То есть обязательно проглаживающими движениями такой сброс делаем с головы, с лица. Теперь берем и делаем на расстоянии энергетический массаж. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. То есть представьте, что ваши глаза – это стеклышки, и вы сейчас лучиками протираете стеклышки и очищаете их, как будто моете стекло, чтобы оно стало чистым, чтобы зрение было четко. И делаете такой массаж, можно его каждый день делать. В любом месте, даже на улице я делаю такой массаж. От катаракта, глаукома очень помогает. Делайте его почаще. И теперь посмотрите, как вы видите, улучшилось ли у вас зрение. Поделитесь, напишите в комментарии, что чувствуете, что видите. Сделайте круговые вращения в разные стороны, в одну, в другую сторону. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Следите за новыми видео. Обязательно подпишитесь, ссылочка на бесплатный видеоурок с упражнениями для глаз, для восстановления зрения. Приходите по ссылочке и подписывайтесь, получайте этот видеоурок.